сведения о Барбюро. Ну и, конечно, мы не могли не написать и о городе Краснодаре, потому что у нас Краснодар находится на так называемой золотой параллели, 45-я параллель северной широты. Это уникальное расположение, потому что мы равно удалены от экватора и от Северного полюса. И, собственно, на этом трамвае мы как раз таки привлекли внимание, чтобы жители и гости нашего города тоже понимали уникальность географического положения города Краснодара. Также здесь мы видим какие-то общие сведения о России, о количестве национальных парков, заповедников, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые в нашей стране есть, горных систем, вулканов, ну и другой информации. Ну и, собственно, в самом Русском географическом обществе, старейшая общественная организация в нашей стране, с именем которой связаны и с деятельностью, которая связана очень много действительно важных и географических открытий, и этнографических, это и первые переписи населения в Российской империи, это и важные открытия за рубежом нашей страны, и это, конечно же, судьбы людей, таких как вот тот же Миклуха Маклай, Крузенштерн, Вавилов, Семен Афтеньшанский и многие другие выдающиеся люди, которые внесли свой вклад и внесли, собственно, золотыми буквами вписали себя в историю и России, и, как бы, и нашей вообще планеты. Поэтому мы решили тоже обратить внимание, и здесь мы собрали какие-то, кстати, материалы, которые, собственно, ну, символизируют и страну. И вот, допустим, в разное время, в том числе и в последнее, мы выпускаем, вот Русское географическое общество, да, выпускает разные медали, какие-то монеты, марки. Вот мы собрали, в том числе, вот здесь представлена монета, которую выпускал Центробанк к юбилею, к 170-летию Русского географического общества. Их было три. Золотая, серебряная и обычная. Вот одну из них мы выставили здесь.